Смотрите, какое у нас солнышко. Ой, красотища. Доброе всем утро. Хорошего всем дня. Мира, чистого вот такого неба. Чтобы не было никаких войн. И чтобы люди были дружными, спокойными. И было благополучие у всех. Всего вам доброго. Вот, ребят, интернета нет. Приходится блины печь. Ну, что сделаешь? Пеку потихоньку. Ну, тоже несколько блинчиков есть. Надеюсь, порадую. Может, дочку, может, себя. Так что вот так вот. Сейчас буду переворачивать. Потом складываем, смазываю сливочным маслицем. Все отлично. Тесто стоит. Ребят, еду в автобусе. Табло передо мной. Водитель там сидит, видите, у него там все приспособления на компьютере. Балам-балам. Так вот, еду по делам в город. До города нам 27 минут на автобусе до центра. Так, решила снять. Здесь есть блендеры. Вот он как выглядит. Это вот тот набор, что я хотела. Значит, что сюда входит сам этот, как его, блендер. Потом насадка вот эта одевается. Венчик. Вот этот стакан входит. И вот это вот измельчитель такой. И цена 499. Этот мне не нравится. Здесь измельчитель очень маленький. И мощность меньше. Этот еще меньше мощности. Поэтому цена такая, конечно. Вот они как бы в коробках. Вот. И есть еще по эту сторону. Ну, это, я так понимаю, вот, допустим, это просто ручной. 1999-2000 получается. Потом есть вот такой 799. Вот он, да. Комбайн. И есть вот такой ручной 459 получается. Ну, как бы ручной миксер получается просто. Насадки меняются и все. Вот такой 499. Так лучше уже взять вот такой вот, я считаю, что набором, правильно, за эту же цену. 499. Но это не сейчас, чуть погодя, потом приду. Здесь вообще такой выбор, конечно, шикарнейший. Посуды, всякие формы, всякие. Ой, глаза разбегаются вообще. Всякое, что хочешь. Щетки всякие. О, гладильные доски. Гладильная доска бы тоже не помешала. Не знаю, сколько она стоит такая. Доска, всякие сушки, всякие прищепки, утюги, весы. Весы 499. А, вот доски. Доска или это нет? Это, наверное, чехлы для них. Просто чехлы. А это утюги 329, 899. Да, просто такой, короче, это Тефаль, фирма, вот такие вот, да, здесь всякие средства, прочищать, вот, наверное, ведра под швабры, а здесь всякие щетки. Веники он тоже есть.
О, Вандус. Вандус мне мешала. 129. Блин, дороговато. Всякая мелочевка. Короче, мне бы типа вот такой щеточки. Мне надо помыть эти батареи. Вот такая щеточка 65. Что-то жаба давит 65. В пределах 30 еще можно. Всякие смесители, зеркала. Вот такое зеркало есть. Такая мелочевка всякая пузатая. Крючочки. Вот, где надо крючочки было покупать. На липучках. Всякие разные. Крышки для унитаза. Так, мы будем иметь в виду, это я в торговом центре, где автовокзал. Тоже такие разные. Ты что хочешь тут? У них градусники, 129, дорого это. Кофеварки, какие хочешь. Всякие эти. Посуда, магазин большой. Стекло. Инструменты. Наборы. Так вот. Так, ну ладно, блендер поснимала, хватит. Тут сядет телефон. Быстро. Вот лопатки.